во втором полуфинале заявит в финал с Джад Трамп и Стюарт Бингхэм. И провел бы атаку Джад Трамп в стартовом фрейме, но ошибся, набрав всего лишь 8 очков. Серия Бингхэма была не намного больше, 14 очков. Вернулся к столу Джад Трамп. Провел серию 58 очков. Ну и вот в этой серии выполнил стартовый фрейм на этом матче. Повел атаку уже Стюарт Бингхэм. Всего лишь 16 очков Стюарт набрал. Атака Джада не заставила себя долго ждать. Одним подходом и серии 87 очков выиграл он второй фрейм. Ну, в третьем фрейме снова Джад повел очередную атаку. А набрав 38 очков, не забил Джад красный шар, пришлось ему тянуться через шары, и начал атаку Стюарт Бингхэм, который одним ударом раскрыл группу красных. И действовал в хорошей позиции, одним подходом он выиграл третий фрейм, и счет в матче стал 20. Очень удачным ударом в карте четвертого фрейма отметился Джад Трамп. Именно он и повел атаку. А, подбой у Джада не прошел, набрал он 59 очков. Прекрасный дальний удар прошел у Бингхэма. При хорошей позиции красных начал спасать свое отставание в этом фрейме. Довел дело до цветных Стюарт, но зеленый шар не забил, не биток. И 3-1 стал счет в этом матче. После 15-минутного перерыва повел атаку Джад в пятом фрейме, но ошибся, набрав лишь 17 очков. Стюарт набрал в два раза больше, но не забил черной стрелочки. Короткими подходами действовали игроки, и в концовке все-таки вышел Джад вперед, но лишь на 9 очков. И после длительных отыгрышей Стюарт Бингхэм наконец-таки забил зеленый шар. Забил он и коричневый, но выход на синий сделать не сумел. Ну а Джад провел шикарный удар на синем, и фрейм остался за ним. В шестом фрейме снова Джад повел атаку. Провел он хороший подбой. 43. Серия ровно на 50 очков. И вступил в атаку Стюарт Бингхэм. Хороша была позиция у Стюарта. Но набрал он в ней лишь 30 очков. Yeah.
Нужен был снукер Стюарту в конце этого фрейма. Попытался он снукерить, но упал синий шар. И фрейм вновь выиграл Джад Трамп. Снова фрейм, также Джад повел атаку. Вновь синего провел под бой. Ну тут был прикрытый черный и розовый. Не просто было вести атаку Трампу. Но он успешно справлялся, 58 очков набрал и нашли все на красном, оставив его прямо в лузе. Последний шанс в этом матче получился с Билхом, но ошибся на красном. И этот матч завершился счетом 6-1, Джад Трамп в финале сыграет с Марком Уильямсом. Five. Good shot. Nine. Three and the match. Five shot. Thank you. Thank you. Well done.